В старинном русском городе Дмитрове отметили главный татарский национальный праздник Сабантуй. В парке «Березовая роща» с раннего утра до позднего вечера работали увеселительные и спортивные площадки. Звучала музыка, выступали артисты разных национальностей. А татарские повара угостили дорогих гостей вкуснейшими блюдами – пловом, шашлыком и пирожками. Сабантуй – это татарский национальный праздник, который связан с окончанием посевных работ. Об этом говорит и его название. Сабан с татарского переводится как «плуг», а «туй» – «торжество». Но если тысячи лет назад подобные торжества проводились с целью задобрить духов плодородия, то сегодня Сабантуй – это веселый народный праздник, призванный объединить все народности – большие и малые, проживающие в России. Наша Россия – огромная многонациональная страна. В ней очень хорошо живется разным народностям. Поэтому дорогие гостей на Сабантуй встречают традиционным русским караваем и традиционным татарским национальным чак-чаком. Татары – вторая после русских народообразующая национальность Российской Федерации. Они широко расселены по всей ее территории и, что самое главное, поддерживают между собой тесную культурную связь. На Сабантуй в Дмитров прибыли делегации татарских автономий из 20 городов Московской области, а также из регионов – города Смоленск, Тульской, Владимирской и других областей. В почете на празднике и другие национальности – русские, корейцы, белорусы, украинцы, мордва, азербайджанцы – армяне. Сабантуй перешел границы татарского народного праздника уже давно и стал праздником дружбы народов. А дружба народов – это то, что делает нас очень сильными. С татарами меня связывает очень серьезные воспоминания с детства. Мне было 8 лет, и татарская девочка, моя подружка, научила меня одним очень мудрым словам. Чтобы ты ничего не боялась в жизни, говори «Бисмилля Рахман Рахим». Да благословит нас Господь, нашу землю, и с праздником вас, друзья! Яркий, самобытный праздник Сабантуй. Чтобы почувствовать весь его колорит, достаточно было посетить настоящее татарское подворье, которое в парке обустроили гости из города Мамадыш в Республике Татарстан. Здесь можно было увидеть уникальные экспонаты из краеведческого музея, поучаствовать в играх, послушать национальные песни, отведать вкуснейшего плова, поболеть за мастеров старинной борьбы куреш, состязаний на поясах. Спасибо за такой праздник. Почаще таких праздников надо проводить, чтобы люди встречались друг с другом, не обижались, любили по-человечески. Ну, всех с праздником. Торжества в Дмитрове продолжались до самого вечера. Впрочем, люди и не думали уходить из парка. А это значит, что Сабантуй, праздник дружбы народов, полностью оправдал свое предназначение – веселить, объединять, призывать любить и уважать друг друга. Ольга Щевелева, Дмитрий Куликов, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.